Это ресторан «Бочка». Солнечный день, и можно его очень хорошо разглядеть. Вообще такой пункт знаковый, где многие встречаются в этом парке для того, чтобы потом совершить дивную прогулку по свежему воздуху над озером, которое называется Курортное. Вот там за дымящимися трубами тропа, которая ведет к этому озеру. Шла я шла по дорожке от Бювета и пришла к такому интересному местечку, которое в народе здесь называют «Бочка». «Бочка» — это ресторан. Внутри не была пока, но внешне вот такой вид. Туман, правда, и солнышка нет, поэтому вам не очень хорошо видно. А здесь дорожка парковая ведет вниз к озеру. Вот туда.